Югорские волейболисты будут бороться за медали Олимпийских игр. Сегодня в Токио состоялся четвертьфинальный поединок. Наша национальная команда встретилась со сборной Канады. Настоящий бой соперник дал лишь во второй партии. Там в конечном итоге был зафиксирован счет 30-28 в пользу нашей команды, а сам матч завершился со счетом 3-0. Особенность этой игры была в том, что началась она в 9 утра, и это, как отметили волейболисты, было плюсом. Цитирую. «Ты получаешь больше отдыха перед полуфиналом и не ждешь этот матч плей-офф весь день. Просыпаешься и сразу готовишься к игре. Идешь на площадку и побеждаешь канадцев. То есть день получается незатянутым», — отметил связующий нашей команды югорчанин Игорь Кобзарь. Напомню, в составе национальной команды играет еще один воспитанник югорского волейбола Артем Вольвич. Соперник по полуфиналу для нашей команды определится сегодня в матче Япония-Бразилия. Югорский тяжелоатлет Тимур Наниев выступит на Олимпийских играх. Сегодня в Токио на помост выйдут спортсмены весовой категории до 109 килограммов. Всего в этой категории будут соревноваться 14 штангистов. Их разделили на две группы. Югорчанин выступит в группе А, где заявлено 9 участников. Он является единственным представителем нашей страны в этой весовой категории. Тимуру предстоит выполнить толчок и рывок штанги. Напомню, наш спортсмен является бронзовым призером чемпионата Европы, который в этом году проходил в Москве. Там он в сумме набрал 401 килограмм. А перед Олимпиадой Наниев завоевал золото на чемпионате России, где набрал 390 килограммов. Было АТП, стало ДЭП. Пассажирские перевозки в Ханты-Мансийске теперь осуществляет новый подрядчик. Это приведет и к изменению качества услуг. На баланс предприятия уже поступило дополнительно 10 новых автобусов. Поставка еще 7 ожидается до конца недели. Все они оснащены оборудованием для маломобильных горожан, терминалами бесконтактной оплаты. Благодаря увеличению автопарка интервал движения планируют сократить. Стоимость проезда в общественном транспорте до 1 января пересматриваться не будет. Кроме того, руководитель предприятия выступил с предложением организовать перевозку детей до 18 лет без оплаты. Также все социальные проездные, которые были выданы в минувшем году, действительны до конца текущего. Ханты-Мансийский район принял первую в этом году партию молоди осетра. 45 тысяч особей вырастили в Увате. Их доставили в поселок Бобровский на двух машинах в специальных емкостях. После того, как специальная комиссия произвела контрольный пересчет мальков, выпустили в Иртыш. Мероприятия по восстановлению популяции сибирского осетра путем его искусственного воспроизводства проходят в округе регулярно. Только в этом году в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и нацпроекта «Экология» в Югорские реки запланировано выпустить не меньше 1 миллиона штук молоди. Сегодня в мире отмечают Международный день арбуза. В России самые масштабные гуляния разворачиваются в арбузных столицах – Астрахани, Камышине и Соль-Илецке. Здесь проходят большие ярмарки, посвященные этой ягоде. Из арбузов делают мед, цукаты и другие сладости. Всего разновидностей этой бахчевой культуры известно более 1000. Бывают и сибирские арбузы, которые, к слову, выращивают и в Югре. Например, семья Рымаренко из Нефтьюганска помимо арбузов разводит на своем огороде дыни и миндаль. Необычный урожай собирает и жительница деревни Вата Нижневартовского района. Она выращивает маленькие арбузы, семена которых привезла из Таиланда. А в Сургуте на ярмарке «Урожай года» проходят мастер-классы по созданию декоративных фигур из арбузов.